В Италии между Римом и Миланом начали курсировать свободные от коронавируса поезда. Дело в том, что все пассажиры перед посадкой вместе с билетом должны предъявить отрицательный тест на COVID-19. У путешественников также есть возможность бесплатно сдать экспресс-тест в специальном пункте, который находится рядом с вокзалом. Тем, у кого результаты окажутся положительными, вернут полную стоимость билета. Пока бесковидные поезда будут курсировать между Римом и Миланом, в компании-перевозчики не исключают, что в будущем подобные составы запустят и по другим направлениям. Это не только позволит пассажирам чувствовать себя в безопасности, но и оживит туризм, заявили железнодорожники. Это действительно хорошая инициатива. Она позволяет пассажирам чувствовать себя в безопасности. Необходимо приезжать на вокзал немного заранее. Приходится терять время, но это не страшно. Наконец-то мы возвращаемся к нормальной жизни. Это хорошая и умная идея, которую люди восприняли с одобрением. Все отлично организовано.